Да, я знаю, спасибо. Ты никогда не думал сменить вот это твое амплуа загадочного гения, который раскрывает свой план только в самом конце, на что-нибудь более общительное? Думал. Как? После этого я сделал своему коту книгу, и теперь мы общаемся. Ведь довольно тяжелая, знаешь. Во многих знаниях многие печали. Ага, так значит, в этот раз мы все-таки сбежим через портал. Чего ты взял, что я хочу сбежать? В первый раз ты хотел. В первый раз я кое-чего не знал. Нет, конечно же, ничего не расскажешь. Расскажу, когда. Когда придет время. Вселение кислотного тумана, на урон, время действия, перезарядка. Да, я понял, что собрать можно. Так, мы нашли же артефакт какой-то. Первый мертвец исцеляется на 1000 здоровья, если рядом умер союзник. Что значит мертвец? А любой моб, видимо. Не, молния дороговато. Сейчас надо использовать силовое поле. Применение на короткое время защищает башню от любого урона. Кайфово. Блин, я бы хотел гарпий, но дорого, да, не могу. Приносит кости плюс 5 вместо 4. Ну, кости уже как будто слабовато, да? Ремонтировать на 1000 хп, радиус 5, КД. А что такое? Увеличит количество библиотек. В отдаленных библиотеках можно найти редкие черти. А, это я в самом начале качал вроде бы. Что-то качать нечего, честно говоря, я бы на самом деле подскипал и дождался бы более мощных усилений. Пам. Да, титан можно хилить. Ну, да, все равно все это как дороговато, как-то части тела хочется подкачать сейчас. Количество титанов. Вот что нужно копить. Вот на что нужно. На двух титанов. Кот. Ну, кстати, кот хорош. Аж 30 секунд КДшки. Че, давайте попробуем вторую локу. Я думаю, на ней мы будем, конечно же, помирать, но мы попробуем. Включу диск 2. Еще что-то долго прогружает карту. Так, сразу отправлять кота. Сразу посмотреть, что здесь. Ну, базовый скелет вот этот вот вообще без проблем. Давай, пошел. Что это? Гарпия в диадеме, гарпия в броне. Сразу, блин, гарпии мне дают. Каждый подобранный ресурс исцеляет мертвеца на 100 здоровья. Нифига себе, прикольно. Вечер каждую ночь приносит две части тела зомби. Отлично. В этот раз играем через зомби, видимо. Чуть-чуть гарпию бы собрать. А крылья они как на руках, да? Плоть, дальняя ударная волна, бой физический. О, два крыла дают свойство полет. Ну да, с одним крылом создавать бесполезно. Хочется хорошую какую-то гарпию сделать. Ну, давай пока скелета мага еще одного, да, тоже. На изучение. Щиточком пускай побегает. Фига себе, 2000 прям на базе. Ну, рядом. Ломать 500-ку. А, да, это вот библиотека. Ее можно было и не ломать, из нее даже монстры не спавнятся. Я понял. Все хорошо. Сейчас сделаем какую-нибудь гарпию мутанта. Чекайте, блин, 57 стоит, дорого очень. Не могу такую гарпию сделать мутанта. Хе. Снеговики на меня какие-то, йети нападают. Жесть. Как жить? Рун всего оружия ближнего боя.
А чё так дорого? Можно еще оживить без всех частей тела? Нет, нельзя. Игра, кстати, проблема с утечком памяти. Спокойно может начать жрать до 10 плюс гигабайт. Перезапуск поможет. Вроде сейчас нормально. А, я слышал такую историю. Да, там говорят, она майнит что-то. Как бы шутка, но в то же время нет. Маны вообще нет, да, начало второй Локи прям не могу пройти. Что делать? Вернись на базу и защищай ее. Он только появился, чуть не умер, по-моему. Он только появился, умер. Сжигай все остальное. Ну, блин, ну чё сжигать? Ну, я хочу, не хочу сжигать эти штуки. Видимо, придется. Построить штуку, которая вот это вот приносит. Давай, странный ящер, защищайся. Он мгновенно помер. Да тут даже Раш Титана, наверное, не поможет. Что? Вот он пытается в них топором кидать. В принципе, они бегут за ним, а он в них метается. Хорошо, он кайтит. Молодец. Может, получится гарпию сделать. Из двух крыльев и двух маленьких костяных ножках. Гарпия на двух маленьких костяных ножках уже мертва. Вы погибли. Да, видимо, надо немножко фармить первый диск. Рановато я его завершил. Я не думаю, что я должен был его так быстро пройти. Что ж, новый диск, новая опасность. Надеюсь, так и планировал. Так что мы ищем? Мы же что-то ищем? Сокровища, оружие, знания? Да. Может, кота все-таки ускорить? 30 секунд кдшки кота, клевая тема, бегает, фармит. Какие артефакты у тебя стоят? У меня стоит артефакт на мертвец, получает 200 макс хп, если он находится рядом с башней, и 10 манны за создание. Каждый подобранный ресурс исцеляет мертвеца на 100 здоровья. Вот это, кстати, как будто бы круче, чем бомба. Типа у меня стоят те, которые есть. Давайте кота качнем, так и быть. Домик, он полезный. Что ж, да, что-то второй диск пока что сложновато. Давайте чуть-чуть меты хотя бы, чтобы какие-нибудь части тел дополнительные, там, гарпии лутать, вот это все. На первом диске. Ту-ту-ту-ту. Пошел, насобирал, молодец. Сделал магического с головы скелета еще. Вот так вот, поехали. Фармите, ищите. Прикольно при направленном эксплоринге. Но это надо понять, какого юнита надо сделать. Желательно, чтобы это была какая-нибудь гарпия быстрая, да? Потому что самому управлять надо только быстрыми персами. Медленными управлять, ну, такое. Вот, поэтому... Да. Че, еще ничего не открыл? Блин, вот сверху бы вот эти штуки бы открыть, не...
гуляй. Вот наверх гуляй. Ага. Помоечку вас метеоритами. Метеориты в соло справились, кайф. Дает 50 скорости. Ну да, да, я говорю, ну про ролики же и пошла речь. Бля, кот прям быстрый, давай, давай, фарми, фарми. Котяра. Молодец, котяра, молодец. Как тут дела? Даже непонятно. Что интересного можешь создать? Тебя, давай. Живить, отправить на эксплор. Блин, не хотят вот эти базы давай ломать. Я сам пойду сломаю, чтобы хотя бы какое-то здание получить, да? Кстати, о роликах. Маленькие динозаврики. Так, все, он теперь будет ее ломать, да, молодец. Так, хочется ящеров сделать нормально. Медленно восстановить прочность башни. То, чего мне не хватило в прошлом забеге, да? Надо сломать штуку. Черкаж ночи приносит две части тела. О, орков скелет. А, ну да, да, это надо брать. Да, еще, пожалуйста, будь добр сходить. Блин, пчелы уже бегут. Ну, все оружие ближнего боя, да? Блин, и пчелы дурацкие. Отстойно. Теперь уже пора, видимо, строить. Я просто не хочу пока... Ну, все еще ломаю, да? Давай-ка тебя с топором и, не знаю, сюда вот штукой. Иди в базу временно. Давай-ка ты их всех ваншотнишь, да? Спасибо. В принципе, стой там, туси там. Вот, поехали. Так, 230, ну это фигня вообще. Вот это вот надо сломать сразу молнией. Стрекурум не магическую наружу. Пчелы мерзкие. Пчелы бегут, летят. Да, пчелы они такие. Бегуны на пчелах получается. Это что такое вообще? Жуки. Блин, вот ты далеко убежал, чел. Не будем так далеко бежать, нет? Там что-то уже нашел. Челька же ночь приносит две части циклопов или мумий с пиранида. Сколько стоит? 25. Строим. Зачем нам что-то еще, если можно брать циклопов и мумий, да? Звучит круто. Я так и не сделал ни одного нормального ящера, только бронированные, да? И вот сейчас могу, кстати. С диском и лазером. Кажется, что пистолет должен быть в правой руке. Так, куда бы его? Во-первых, на исследование. Ха! Ящер-штурмовик. Так и знал. Так, вот где-нибудь у воды его на исследование бахнуть. Вот сюда вот, например, да? И норм. Поехали. Чё-то скелет-копейщик сильный получился. Сейчас еще можно ядика еще добавить, да? На всякий случай. Все костяные получают плюс один к живняке. Ближний бой плюс три урона. Блин, я так хочу накачивать. Ну, давай ближнего бой чуть добавим.
Я, кстати, очень надеюсь, что все здания, которые мы строим, работают постфактум. Ну, то есть, у них есть обратная сила. Ведь мертвецам трупное окаменение. После гибели мертвец составляет каменное изваяние, прочность которого равна площадной. Полной прочности уничтоженного мертвеца изваяние не наносит урон врагам, но отвлекает их некоторое время. Блин, кайфово. Ха! Скелет ледяной маг. Найс. Так, где бы тебя выпустить? Ой, здесь. Логово, короче, только молниями и ломать, да? Нормально. Целых едва к регенерации магических частей тела. Так, уже хочется какого-нибудь циклопа клёвого собрать, да? Еще надо попробовать бронированного ящера. О! Подождите-ка, бронированный ящер с копьем и диском. А, нет, одной ноги не хватает. Отстойно. Что еще есть прикольного? Гладиатор фуловый, нет. Ящеры тоже такие себе, да? Обычный скелет-арбалетчик. Мне кажется, у меня такого нету. Ну или с телом орка еще к тому же. Ну ладно, странный получился. Я его куда-то не там выпустил, наверное, да? Я до сих пор титана не сделал. Так, пошла часть циклопа. Бронированные ножки рептилий все еще не хватает, да? Так, хочу пирамиду улучшать, наверное, покоплю. Точно покоплю на улучшение пирамиды. Блин, что-то тебя убивать? Давай пошлем тебя на базу. Живи. Ну, атаку не отправляешь никого. С вами было нет. Я отправляю обычно поломку баз, но сейчас здесь локация такая, что мы вроде как сами успеваем справляться. Вот у врагов есть две базы, ладно, три базы, блин, три базы это уже много. Пора делать этого скелета, наверное, да? Три базы это дофига. До этого как-то молниями справлялись, поэтому и не отправлял в атаку исследования полезней. Шлифованные кости получают скорость. Блин, вот это надо сделать. А, нет, стоп, подождите-ка. Усиляем за 50. Пирамиду. Еще одна часть циклопов. Найс. Так, ну пора, я думаю, пора. Маленькие базы, в принципе, норм. Фарм золота. Этот, кстати, тоже, да, факт. Думаю, что с двумя стрелковыми все-таки частями тела. Так, и плоть, да? Ящеров. Не нужно, столько много голов не нужно, бронированных. Блин, ног нету бронированных, жаль. Боков, наверное, сейчас не буду делать, не знаю. Четыре ноги, два тела. Вот так, так. Здесь вот эти вот можно кости, ножки повкидывать. Ну, почти, почти. Давай, я столько ящеров не сделаю. Допустим, вот этих вот. Есть. Теперь с кого-то одного скинуть. Тебя? Блин, слишком мало дают. Все есть. Хорошо. Выпустить на базе.
Ты тогда в обороне. Тебя можно отправить как мощного крутого скелета как раз бить базы. Все такое. Как мухи, да, летят. Давай-ка мы вот это уничтожим молнией. Сюда кинем метеоритики. Сейчас тело с броней получают, плюс они броня. Где мои циклопы? Захвати 75 строений с ресурсами. Okay. За в одном забеге. Как вообще? Вот, пошел. Блин, бронированные ноги ящеров, пожалуйста. Давайте еще скрафтим ящера с двумя бластерами. Не бронированного ящера с двумя бластерами. Оживить 64 надо. Блин, 64, ну ладно. Оживим его, что он будет делать? Давайте пускай атакуют базы. Блин, он, наверное, не выживет. Хотя, может быть, он вот снизу, если пойдет. Ящер-стрелок. А вот прям здесь вот его выпустить, и пускай он атакует базу, да? К нему еще, может, какого-нибудь дешевенького добавить? Типа вот, чтобы танчил. Чисто танка создать. Не хватает, блин, нифига себе здесь оркскелет в шлеме аж. Давайте вдвоем атакуем. Поехали. Ну, он такой, да, живучий оказался и сильный достаточно. Да, уничтожил здесь все. Хорош. Хорош, хорош. Хочу сделать полноценного циклопа. Плоть в титана, ящеров, аману в зомби, лучше бы наоборот. Ну, наверное. У меня ни того, ни другого, наверное, не было, не? Не помню. Где мои бронированные ноги ящеров? Сюда, пожалуйста. Стены стоят меньше. Магического урона. Магический урон. Шлифованные кости плюс 5 к скорости. Это хорошая вещь, пускай быстрее бегают. Генерации для всех магических тел. Как у вас дела? Здорово. Хорошо, кстати, чилим, вот изучаем игрушку. Ну, уже во вторую миссию передвинулись, но пока что она оказалась очень сложной, поэтому... Голова Франкенштейна, 400 здоровья мертвецам, состоящих из частей тел, принадлежащих к трем разным расам и более. 400 здоровья? Сколько вообще вот хп? Можно как-то посмотреть характеристики юнитов? А, смотрите, кстати, сохранить можно любой тип, любую комбинацию тел, которая тебе понравилась. Забавно. Блин, 400 это же прям много. Ну, даже вот условно. Давайте попробуем. Бронированный ящер, наконец-то, кстати. С лазером и диском. Сколько у него хп? Всего лишь 480. Навези на них просто. А, да, вот так вот. Ну, то есть у них сейчас по 400. Это очень имбовый предмет. Его надо будет поюзать. Обязательно. Так, тут что-то за 1200 какая-то штука. Давай, короче, этого ящера сейчас здесь оживим. Блин, это какой-то... Что, ему не дал одну бронированную часть тела или что? Почему он... Да не, вроде. Видимо, у него просто нету этого режима. Ну, все, магическое оружие. Меньше вариаций бронированных, в принципе. Его копье дать? Можно. Кто его знает? Так, вот они пришли пробивать, давай, тащи. Блин, этот куда-то в другую сторону пошел. Что-то так себя он тащит, сейчас помрет. Ну,
спасти, по-моему, успел. Пять минут осталось. Так это мы только первого босса убьем. В смысле, 5 минут. Это же только на первого босса. Это не так страшно. Там еще будет, там потом еще второй босс пойдет. Гниющий останки. Странный щитовый орк. Либо амфибию какую-нибудь, да? Сейчас сделаем какой-нибудь мутанта-амфибию с руками орка. Блин, а тут как-то, ну, оружие есть немножко. Это зомби вообще или орк? Блин, это не орк, это зомби. Маленькой головой орка. Зато может плавать. Давай, 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 плыви, плыви. Ящера с ручника сними. А, вот этот вот под моим правлением все еще, блин. Случайно, случайно так вышло, ошибочка. Спасибо, что обратили внимание. Взял бы еще кого-нибудь одного ящера, да? Начали каждую ночь приносить 2 части ящеров и болотных тварей. Вот это хороший чертеж, надо покупать. Где она? Заболоченный бассейн. Угу. Ля, сколько мумий. Потихонечку, потихонечку. Скоро мумий соберем. 25 здоровья за каждого мертвеца на карте. К каждому мертвецу или к чему вообще как-то? Что бы тебе выдать такого интересного? А вот есть бластер и граната. Только головы нет. А есть. Ящер-террорист. Осуждаем таких ящеров, конечно. К башне, да нет, скорее всего, для юнитов. 80 докопи до циклопа. Коплю сейчас. Давайте смотреть, что у циклопа. 2 ноги есть. Нет головы, нет тела. Циклопа. Рука, удар корягой. Амфибия, кстати. Это, а, это рука болотника. Я думал, это рука мумии. Вот давно не юзался. Слышь, ты помри, пожалуйста, да? 1500 слева, там тоже мумия. Другая игра, о которой говорил, то есть аналог Пайман, туда лучше не лезть. Там есть аналог Пайман, я понял. Это ты про Астру, да, по-моему, Бладграф писал? Как-то так называлось, правильно? Заболочный бассейн был улучшить еще. Очень дешевого бы еще на самом деле, типа вот это плюс броня, почему бы и нет, пускай живут. Че, добил я эту метеоритами? Да, метеориты смогли 500 урона внести походу. Болотник, так, мумия потихоньку собирается, тело нужно. Рука есть еще одна, найс. То есть, да, мне нужно тело мумии сейчас. Копье и диск. И куда бы тебя отправить? Не... Вот, вот здесь бы как-нибудь, да? Оп, ящер-страж. Балдежно. Плюс регенерация. Хороший юнит. Вот его. Все еще вот сюда и наверх его отправить. Можно самому поплавать. Это хоть смотреть можно, не ваши бэкпаки. Бэкпаки смотрятся вообще супер топово.
Нифига себе, у тебя, конечно, здесь весело, ящер. Сейчас, минуту. Открой Смит не очень, Valve World больше понравилось. Ну, не знаю, кстати. Valve World вышел на хайпе, такой, ну, такой он одноразовый был. Вышел на хайпе этого. Я забыл, как называлась оригинальная игра с таким геймплеем. Можно мумию Титана создать. Когда-нибудь, наверное, можно будет. Так, очень нужно тело мумии, да? О, богомол, я еще богомолов тоже не делал. Так, пора отправлять юнитов на атаку, да? Потому что у нас только один атакует сейчас. Надо ломать базы, их как-то много уже развелось. Иначе проблемы начнутся. Забавно, что у меня базовые скелеты до сих пор живы. Бронеящер-стрелок готов? А, кстати... получается вот такой вот, да? Так, давайте-ка на уничтожение баз. Куда отправим? Наверное, влево сейчас, чтобы вот пирамидки ломали. То есть вот сюда же. Предлагаю два тела для обычных ящеров, да? Дать этому две бомбы. Получается, надо бы уже уничтожать вот этого скелета. А то у меня просто места не хватит на юнитов. Сейчас трех ящеров создам, и пускай три ящера, это будет рейд-пати. С двумя копьями, например. Ящер-траппер. Отлично. Все, выпустить на уничтожение баз, поехали. Погнали, давайте, вы справитесь, я верю в вас. Это еще не с финальной локи идет. Блин, смотрите, это, короче, я до края карты добежал, жесть. Так, пошли, ящеры, пошли, молодцы. Ломают, ломают. Скоро босс придет. Когда же я смогу мумию-то сделать? Где же тело мумии? Точно нету. Есть. Пора делать мумии, поехали. Фараон Берсерк. Столбом Джет, ближний бой магический. Что с ней сделать? Давайте мы две мумии, наверное, создадим. Я две могу. Я, наверное, отправлю ее тоже на уничтожение. Минус один ящер, ну что поделаешь. Блин, это даже не какая-то особая мумия оказалась. Жаль. Сверху нужно ее. Вот где-то тут, да? Да, вот где-то здесь. И вторую, когда сделаем с этим же посохом, рукой вот так вот. Блин, 30 маны надо. Сейчас мы поломаем каких-нибудь костей. Не вижу. Огненного мага, кстати, можно сделать. Не делал еще, скорее всего. Блин, ни та, ни другая мумия не стала особым юнитом. Ладно. Скелета мага создадим. Раз, два.
Оп. 4 урона плюс 5 обзора. Хорошо. Тут какая-то дичь творится. У этих ребят. Жестко. Че, ящеры реально там умерли на пирамиде? Жалко. Я их так-то довольно дорого покупал. Так, теперь можешь тоже поисследовать, раз уж сломал. Ну, они молодцы, они сломали одну пирамиду. Нужно здание купить, которое повышает стоимость продажи костей и наоборот понижает стоимость этого крафта. Да, надо бы такие здания. Так, давайте лучше, на самом деле, заболоченный бассейн купим. Эти более живучие части тела стоят во, все костяные. Больше при сжигании, да, зря, жаль, я раньше этого не сделал, но ничего страшного. Три урона не магическому оружию, допустим. Так, ну что, ты справляешься пока что, наверное, да? Так, откуда вы вообще бежите-то? Слушайте, а здесь все больше нет вот этой страшнючей башни? Один чертеж, каждую ночь, блин. Которая нас ваншотала, уничтожала. Тут дела больше нету. Давай, ящер, тащи. Давай, добей. Нет. Добей же ее. Молодец. Найс. Хорош. Ползет, надо будет врубать ядовитого облака. Кстати, можно и молнии махнуть тоже. Все, живем. По идее, наверное. Но рецепт части титана. Рука повелителя плоти с гнойниками. Токсичные гнойники, но супер маленькая скорость. Гигантская регенерация. Интересненько. Такое ощущение, что во второй части потеряли логику останков. Раньше в лавовом биоме можно было налутать драконов и демонов, к примеру. Тут просто рандомные останки повсюду. В основном орки с примесью фей. Хз. Ну где мы вот сейчас по этой локе бегали, наверное, пособирали что-нибудь, не знаю. У меня здесь и нет лавового биома, или это, ну, вряд ли. Да не, сомневаюсь, что прям совсем потеряли. Зомби с книгой яда. Так, подожди-ка. Я хочу тебя сделать магом. И сделался. Вот это чей это орк-скелет, да? Надо вот попробовать. То есть вот орк-скелет. Получается два шаманских. Хотя ему, наверное, посох нужен. Это же тоже орк-скелет с посохом, да? Да. Значит, две обычные ноги. И вопрос лишь в том, какая... Наверное, маска вепря. Это типа такой шаман. Магический, да. Написано, что магический. Скелет орка-шамана. А я что сказал? Регенерация, скорость, обзор, урон, минус, цена оживления. Аж 15. Очень дешево. Острый. Острый чесночный мазик. Так. Странно, что я не смог создать ни одну нормальную мумию. Мне кажется, руки мумии закончились, да? Когда-нибудь я создам богомола, но богомоловские части его тела вообще редкие. Так, по-моему, есть этот болотник. Полностью болотник собрался. 1300 хп. Жесть какая.
Лукинг, давай тебя, короче, выпустим на базе. Регенерация плюс 10, здоровье плюс 300, урон плюс 5. Мы просто выпустим тебя на базе, и ты будешь драться с врагами. С кем захочешь вообще. Ты, типа, мощный, поэтому... Вот пиявок кидает каких-то, бревнами раскидывается. Мумия с посохом и без, с другой головой, это рецепт. Еще раз. С посохом без. Это голова или это? Нам нужен фараон или не фараон? Ага, фараон. Вот он просто и собрался. Найс. Че, не упал? Нифига, тут фараон-то сразу же умирает. А как так-то? Ты где вообще находишься-то? Чего? Это какой-то другой фараон умирает, скорее всего. Ну ладно. Или этот? Подождите-ка, а как он вообще здесь появился? В смысле? Нет, это другой. А, нового я еще не выпустил. 690 хп, 35 значочки. Какие-то личинки, какой-то молнии бьет. В целом выглядит довольно сильно. Давай, давай, я уклоняюсь как могу. Камончик, я уклоняюсь за тебя как могу, все. Дерись сам дальше. Справишься. Вместе гибели каждого мертвеца остается самая дешевая часть тела. Это надо. Сейчас плоти более живучие. Хорошо. Как там дела у этого? Болотника. Болотник, походу, жесткий, да? Сет вампиризма у кого? 80, кстати. До 40. Блин, ну, болотник на 36 кп вообще выглядит круто. Циклоп в маске раба. Рубиновый луч умеет юзать дальний бой магический. Тело циклопа у меня все еще нет, уже хочется тело циклопа еще бахнуть. Фея. Ломаешь логово, равно нет голды, нет улучшений. Тоже верно. Тоже верно. Потому что с каждого убитого моба дают голдишку. Возможно, вот ты прав. Давайте просто драться. Нам сейчас просто нужно по мете прокачаться перед следующей локой, потому что иначе там вообще жопа. И у меня нет тела циклопа, к сожалению. А что, в воде лежат ресурсы, нет? Жаль, могли бы, можно было бы их амфибиями лутать. Что это такое? Все домик. Там библиотека была. Мне пока не для третьей, мне пока для второй два титана хотя бы нужно.
все еще ноль тел циклопов, да блин. Фею сделать надо. Это головы нет. И феям нужны руки. Циклопские. Голова фараона. Что я только что сотворил? Ля, какая перекачанная. На двух титанов все равно нету ресов. Ну, тоже верно. Тело циклопское, ну пожалуйста, ну когда-нибудь. Сколько стоит последнее усиление этой пирамиды? Давай. Еще у меня есть прикольного вообще из того, что я не собирал. Может быть, зомбаков каких-нибудь крутых? Например, две вот этих броньки. Обычный зомби вышел. Крутые бронированные орки. Вот же маг есть. Смотрите-ка. Единственное, я не знаю, магу какие эти ноги. Обычные или... Ну, других и нет. Нет. Или в сапогах. Наверное, в сапогах. Обычные ноги магом. Ну, уже все. Всех на сбор, короче, поставим. Да не тело орка, ну что? Есть с оборванными крыльями. Не умеет летать. 60 хп минус 4 скорости. Нет, чисто мир исследовать, но это оно и есть. Типа, когда они бегают по локам, они исследуют мир как раз таки. Смысл делать орк-шамана с двумя черепами. Голова богомола. Два щупальца, четыре ножки, полноценный богомол. Просто богомол. Кайф. Историческая справка. До первого патча в игре можно было строить до четырех титанов. Тем самым имелась возможность закрыть смертей в коробочку с четырех сторон и спокойно убивать. Теперь только три. Спасибо аноним за сочку. Спасибо большое. Сколько бы болотника сделать так, чтобы было прикольно? Поскольку головы болотника у меня нет, я сделаю болотника фараона. Кто быстрый получился? Богомол? Да, ну он быстро бегает. Жесть, у него лапки там дамажат. Блюет чем-то там. Циклопом. Я, кстати, могу два камня отдать, потому что я хочу так вот сделать.
боже, какой монстр. У нас, кстати, скоро босс. Ну, пожалуйста, тело циклопа. Не, тело циклопа не хочет рандомиться, к сожалению. Совершенно. Увырги. Давайте сделаем циклопа орка. Или циклопа ящера, амфибия. Ну, получилось что-то странное. Настреливает он прикольно. 750 хп всем. На маленьких, малюсеньких ножках. Ну чё, вы тут все залутали? Стоят, что-то стреляют в пустоту. Целых два босса. Блин, циклоп почти помер, офигеть. Циклопом поуправлять. Хотя хз. Циклоп уже рип. Тело болотника дал. Ну да, на потанкове было бы явно. Слушайте, да, наш один титан справляется с этими двумя боссами, походу. А, нет. Погибли. Окей, понятно. Не справляется. Показалось. Вырги. 9000. Так, я очень хочу гарпий. Каждую ночь. Части тела. Дальше. Ну, тут либо увеличивать количество титанов до двух. Ледяная фигня шатает башню. Окей. Я очень хочу, наверное, вот эту штуку. Тогда уже дополнительного титана не смогу взять. Наверное, все-таки один раз отыграем без двух титанов. Но вот это очень сильная штука. 400 здоровья мертвецам, состоящих из частей тел, принадлежащих трем разным расам или более. То есть скелет обычный, типа орк, например, и гарпия, допустим. Голова какая-то безумная дичь, да. Так, ну и чего-нибудь по мелочи. Чтобы мы смогли там косарик накопить, чтобы купили второго титана. Мелочи, это, например, вот костяную часть каждую ночь. Еще какой-то был. Ну, флаг еще есть за каждого мертвеца на карте. Ну, типа до 250 хп. Мертвец исцеляется на 1000, если рядом умер союзник. Ну вот с головой Франкенштейна мы, наверное, не сильно умирать-то будем. Давайте так попробуем. Давайте попробуем так, второй плейн. Ключевой диск, пора играть, потому что... Потому что первый уже, ну, совсем полностью зачищен на 100%. Смотрим. Сейчас давай собери всякого, и я соберу первых юнитов. Нифига себе, голова болотника сразу. О, голова болотника. Тело скелета. Природа магический, болотный смрад используют. Это тело орка, пистолет ящерицы и вот это вот. Как только я добавил, кстати, 460 хп от... Ну, короче, да, блин, 62 манны стоит. Найди мне манну, пожалуйста.
Нет, вот манна, вот она лежит. А, ну все, нормально. Все, сделал безумного чела одного. Единственного. И забыл его выпустить. Кстати, довольно быстрый, что круто. Хватит одного титана, произведи двух боссов, если ты его сделаешь полностью из поиска урона больше раза в три легенды. Коли Шарк, 80 месяцев, здорово. Спасибо тебе за ресапчик, спасибо большое. Так, нам бы какого-нибудь вот обычного скелета создать, чтобы он предметы собирал, да? А то это я, конечно, молодец собирать эти. Крутого юнита сразу. Что, на меня никто не идет? Я не нашел ни одного логова врагов за эту ночь. Да я почти могу крутого болотника создать. Смотрите на это. А чё здесь так много болотниковых частей? Давайте болотника, да, он еще и во врагов стреляет. Я лучше буду под скелетов этот собирать. Я лучше буду собирать из разных частей, чтобы... Чтобы, короче, делать... Плюс 400 хп давать, мощные. Мощные части тел собирать. Давай. Тащи. Так, сейчас побольше подойдут, и я, наверное, юзну ядик, да? Капец, там еще псы какие-то позорные бегут. Че у меня 20 манны всего? А где моя манна? Так, ну давайте, ладно. Орк. Палочка скелета. Нога ящера. Туловище обычного скелета. Сейчас, что бы я ни добавил, у меня должно быть 700 хп, по идее, да? 400 хп. Да, да. Любая голова вообще дает 400. Можно даже обычного скелета сделать. И что, его мгновенно ваншотнули, что ли? Плюс две части. О, циклопы или мумии. Блин, если переживу это как-то. Не выпустил? А, не выпустил. Классика. Стоять, чё у тебя не то, как всегда. У него оружие, видимо, слишком говно, чтобы... Так вот, короче, надо делать. Не стоило ему давать, видимо, такую голимую руку, да, с мечом бюджетную. Ладненько. Короче, нужно важно давать хорошее оружие. В начале каждой ночи приносит две части орков. Так, сейчас скоро как раз ночь. Нет, сейчас день как раз скоро. Я, наверное, начну сразу в титанов выходить. Так, сейчас мы каких-нибудь дешевых... Ну вот фулл ящер... Нет, фулл юниты мне теперь, наоборот, не нужны. Да, мы сейчас будем делать вот так, копье плюс бластер. Все это в теле... В теле болотника, которое позволяет кидать выводок пиявок. С головой орка 81. Сверху всегда самые лучшие детали. Ну, а, логично. Вот бы ману накопить где-нибудь, да? 2000 хп штука еще у нас. Да капец здесь этих всех. Ну, ща побегут на нас, да.
Здрасте, прошу два диска, тут оформлю голду, чтобы в третьей играть. Понимаю. Понимаю, но потому что... Так, ну и как мне, что мне сделать-то? Мистер Кот, спаси! Видимо, тело слишком дорогое. Давайте что-то подешевле возьмем. 45 это стоит тоже 45. Взять амфибию, тогда не хватит на оружие. Это вообще... Ну, это, вот, это, вот можно удар коряга взять вместо этого. Так, давай-ка диск уничтожим. И все на защиту. Пустить. Пойдет. Да подойди ты ближе, что ты так далеко стоишь-то с корягой-то своей. Башню можно спелом лечить? А, да, 500-очка. Спасибо, этого я не знал. Так, ну тут нога элементаля земли, стальной голем. 55 манны жрут. Нифига себе. Я чуть не успел построить орковские эти. Но богомол умеет какой-нибудь плевок кислотой умеет делать. Кайф. Так, мне нужны дешевые собиратели. Прям супер дешевые. Есть еще что-нибудь супер дешевое? А вот фул болотник. 150 стоит. Все еще желательно их собирать из четырех разных тел, да? Слушайте, если поуничтожать вот это в манну, можно сейчас что-нибудь крутое собрать. У болотника с крутым телом. Одна нога ящера. Рука болотника 91. Второе что-нибудь типа диска. Очень много. Я столько болотников здесь не создам просто-напросто, да? Еще богомола сюда добавить и ножку богомола. 1500 хп. Пойдет. Тело скелета или зомби. Ну, за 10 можно. Можно за 10 построить. Эти еще две манны из вот этих тел. Поехали, что-нибудь крутое. Рука, тело здесь. Амфибия. Вначале каждой ночи приносит тело ящеров и тварюки. Мне бы манну, чтобы что-нибудь приносило. Или удешевляло по манне. Стоимости. Если еще бимбу, например... Могу так, вот 460 и, не знаю, голову гарпии. По-моему, у меня кто-то умер, нет? Кого здесь заклевали только что? Предположим, что это была смешная паста. Воу-воу-воу, мой защитник помер. Да, все-таки кто-то помер, значит, мне не показалось. И этот мгновенно появился и сразу же помер. Вы погибли. Окей.
Части уже сыпятся нормально. Собираем дальше из мусора, который шотится на одну секунду. Нет, нет, неправда. Да, надо было несколько сильных надев. И я даже не создал титана, чтобы вы поняли. Так что, может быть, он мне и правда не очень нужен. Может быть, лучше молнию усилить, чтобы она ваншотала пирамиды. Следующий уровень 5000 урона. Нифига себе. Однако. Звучит как план. Усилить молнию. Да зачем мне второй этот сейчас? Как будто не нужен, одного хватит. Давайте молнию. Ману бы как-то усилить. А вот здесь нет ничего на ману. Вообще ничего. Ее просто вот находите и из частей тел. И все. Кислотный туман можно апнуть еще. Во, генератор силового поля. Я его еще не брал, не юзал. Вот что нужно. Еще одна попыточка. Два титана надев. А ты видишь, здесь костей мало дают. Поэтому я не смогу пока их создать. Ящеры, рука болотника. Отлично. Волшебную палочку, ему, я думаю, он с рукой болотника, в принципе, справится в соло. Кости какие-нибудь пососные, чтобы подешевле было. И голову тоже скелета обычного. Первый пошел. Да, второй. Так, нужен вот этот вот... обычный скелет, который... просто лутается. Придет цветный посос. Ну что поделаешь. Да блин, манна, давай мне манну, пожалуйста. Есть два исследователя. Есть нормально. И последних собирал из мусора, хотя уже были части элементалей. Там одна рука сильнее всего твоего защитника полностью. Вот, кстати, у меня тело есть элементальное. Ну стоит аж 50. Природа магическая. Ножка гарпии, стальные когти, она умеет драться. Ту-ду-ту-ту-ту. Собрать кого-то чисто на скорость, кого-то быстрого исследователя. Хорошая, кстати, идея. Какие ноги самые быстрые вообще? Ну, кстати, и у ящеров быстрые ноги. У гарпии и стальные когти есть. Страдает так крыльям гарпий. Давайте на фарм. Да, наверное, идея прикольная, но у меня 6 манны сейчас. Мне сейчас ничего не отправить на фарм. Слушайте, я, наверное, метеоритами могу вот эту вот штуку уничтожить. Прочность башни, блин, нет, я хотел экономику. Так, меня уже бьют. Нужен защитник. Нужен один защитник, да? Кстати, крылья гарпии. Ударная волна, скорость 15. Так, ну, точно из рук мы берем болотника и что-нибудь рейнджовое. Например, бластер. Ящера. Дальше. Быстро ходить тебе не надо. Так что ты можешь, наверное, взять себе ногу орка. Ногу скелета. Допустим. Тело мы тебе дадим бронированное. И голову. Самую дешевую, что есть, потому что и так довольно дорогой. Выпустить и не забыть поменять его на защиту базы. Блин, я ему вот дал вторую пушку ренжовую, он из-за этого держится поодаль от врагов. Ошибка. Нельзя милишную пушку с ренжовой комбить. Еще раньше об этом думал, но... ну да. Значит, надо будет милишки с милишками юзать.
Джи с Ренджоном. Много богомола дали. Что, сделать какого-нибудь быстрого исследователя? Нам еще один защитник как будто бы нужен. То есть так, рука, копье. Две ноги, раз он милишник, ему нужно будет. Тело здесь какое-нибудь бомжатское. Голова. Можно попробовать плевок кислотой, кстати. На защиту. Блин, опять из-за того, видимо, из-за того, что у него плевок кислотой, он тоже считает себя ржавиком или что? Так, давайте сделаем одного быстрого исследователя. Одна нога богомола. Одна нога ящера не в броне. Крыло гарпии. Крыло ударная волна, интересно, ренджовая или нет? Два крыла дают полет. Блин, нам бы два крыла тогда, да? Тогда крыло пока не буду трогать. Я его сделаю что-нибудь типа метателем, чтобы он чисто издалека всех дамажил. О, можно дешевое, с дешевого скелета. Причем того, который скорость передвижения не стесняет. Угу. И, видимо, ящера голову. Самое дешевое, что есть. И 10 маны. Будет самый быстрый. Ну, пускай сейчас этот хотя бы относительно быстрым будет уже. Ну, что делать еще? Надеюсь, он будет... Ну такой, ну бегает, бегает, нормально, нормально. Так, что здесь опять это... Пирамида. Хотя пирамидные челы не такие страшные, да? Может быть, на них не стоит тратить этот. О, крыльев нету. У меня, блин, усилений никаких нету. Ну вот можно построить, конечно, штуку, чтобы хиляться хотя бы чуть-чуть. Давай-ка ты временно поисследуешь. На нас вроде не так сильно нападают, хотя, как сказать. Кажется, этого я не спасу. Мог, наверное, не знаю. Так, и чё в итоге? Ну, этот же жив, но... Это тот самый быстрый, кстати. Вот. Надо их потерял. А, тут песок замедляет. А это вообще песок? Видимо, песок. Так, крыла гарпии все еще нету. Давайте еще боевого какого-нибудь юнита сделаем. Тебя, например. Лишника относительного. Ящера пойдет. У меня 303 манны. Пора делать... Не, у меня не хватит частей тел пока что, чтобы сделать этого. Голову элементаля. Можно попробовать. Великана... Я не уверен, потому что... У меня не хватит частей тел для него. Просто-напросто сейчас. Ой, короче. На меня сверху уже, видимо, страшная штука идет. Последнего надев поставь. Да не, пускай пока бегает. Исследует. И вот этот тоже довольно быстрый. Здесь 5 шансов, что заклинание не уйдет в перезарядку. Что? Жесть какая. Какая жесть. 69 маны, я никого еще не скрафтил. Блин, где гребаные крылья?
Ящера на втором диске, чистый материал для Титана, соглашусь. Что это такое? Туловище драконида с наездником. Нога элементаля огня. Огненный может передвигаться по лаве. Сделаем его каким-нибудь милишником крутым. Ну как крутым, не знаю. Охотничья копия. У меня не очень много крутых милишных пушек, но уж какая есть. Снижаешь штраф при перемещении по пустыням, болотам и снегам. Ах, вот оно что, да? Плоть, броня, скорость, минус 4. Бронированную шапку какую-нибудь. Проклятие. Дальний бой. Ну, дорогой, ну что поделаешь? На исследование такого? Наверное. Да, во второй локе, конечно, совсем другие юниты делами занимаются. Так, меня пугает вот эта штука, которая выпускает врагов. Давайте потихоньку ее дамажить, 5000 у нее. Так, у меня умерли защитники. У меня умерли защитники, класс. Или я их всех распустил, не знаю. Костяные кусочки дают 9 здоровью. Да уж, много. Нет. Титана бы. Давайте потихоньку начнем заполнять титана, наверное. Голова с регенерацией, ноги с регенерацией. У меня новые руки появились. 7 частей с плотью. Скайфокс, я думаю, это не финальная башня. Плоти много, ну, давайте смотреть. Тогда да. Вообще надо самые дешевые, конечно, вкидывать, да? Тело у меня только костлявое. И здесь, наверное, оранжевую пушку. Я не знаю, какая это, оранжевая или нет. Токсичные гнойники, что они делают вообще? Ну... Ага, подождите-ка. Кажется, мне гораздо сложнее. Мне, видимо, еще проще будет еще одну вот эту сделать. Сильных частей 5, 6, 7, 8. Здесь надо 6. Не, метательных скелетов, наверное, возьмем. Есть, осталось оживить 205. Ей, какой-то... Безумный монстр, который останется на защите базы. Да, ты тогда погреб с мясом. 15 к части тела. А ты тогда можешь побежать исследовать, наверное, да? Да, он что-то блюется чем-то. Монстр-любитель пельмешек. Чё бы тебе тут пирамида настреливает? Выживешь, не? Что у тебя по урону вообще? Есть он? 21. 38. Ой, нет, нафиг. Пускай гуляет. В этом регене дофига. О, крылья. Так, ну поехали собирать исследователей, да? Так, туловище. Какое туловище крутое будет? Которое не стесняет передвижения, желательно.
ножки. Гарпи? Как будто одни из самых быстрых. Еще и когти дают. Но голову надо какую-то другую, чтобы... Может, болотника бахнуть сюда. Гарпии ноги не самые, не самые быстрые. Наверное, ящеры вот эти вот самые быстрые, не? Болотник, не болотник, довольно медленный. 38 скорости, 60 скорости. Да, да, да. Ящер самый топ. А, ну и, конечно же, богомол есть еще. Бахнуть болотника ради 120 хп дополнительных. Обзор нужен еще нормальный. У болотников обзора нет нифига, да? Нужна нормальная голова. Ну, давай на исследование. Посмотрим, насколько ты быстрая. Быстрая, не быстрая, но выглядит просто ужасно. Какая дичь. ХП подкачаем. О, отсюда уже пошли монстры первые. Не хочу. 10-тысячная фигня. Я думаю, там монстры мощные. Качаем. Да, здесь у меня 9-тысячные слаймы какие-то. Начали каждую ночь приносит 2 орк-скелета. Просто ради того, чтобы части тел были. Надо строить. Да, плюется он здесь хорошо. Надеюсь, что его с вот этими слаймами тоже справится. Помогает. Нифига себе, они его дамажат. Надо сейчас молниями пихать. Уже. Кто-то умер, походу, пока исследовал что-то. Быстро, когда с шапкой мага 15 котов подряд призвал. Блин, шапку мага я по-любому добавляю следующим жителям. Она сразу выглядит имбово. Големы быстрые, 75 скорости. Элементаль земли, природа магический. Давайте посмотрим, могу ли я какого-то сильного юнита. О, камнепад. Гарпия, походу. Да, кстати, летающая и подохла. Кек. Отстойно. Давайте-ка сделаем боевого юнита с рукой элементаля земли.
телом болотника, с регенерацией. Еще и пушка есть, но я хочу его, это, видимо, милишник ко мне пад, поэтому, наверное, я его милишником сделаю. Матки богомола, личинки какие-то, природа, взрывчатка. И вот это клево. Камнепатово Е, ну пускай кастит. С этой палкой еще, наверное, нормально должно быть. Болотный смрад. И, возможно, даже две ноги гарпии, чтобы у него дофига урона было. 51 скорость, нормально. Это еще просто без ног было. Я бы его, честно говоря, отправил воевать с врагами. Нихера себе он стреляет, конечно. Песненько. Что у нас там по крыльям? Давайте еще одного исследователя соберем. С головой голема, чтобы хп... А, это нога голема. Это голова. С вот этой головой, чтобы поживучий был. Ну не откатилось, сейчас сломаю эту вот штуку. Собираем оба в суппорт в вампирику. Жить будут достаточно долго, если тупо не забегут в толпу врагов. Обязательно. Спасибо аноним за 100 рублей донейшн accepted. Мертвецы наносят логовым противником на 25 больше урона. Да не, логово молниями ломают, судя по всему. Так, ты исследователь, да, тело тебе осталось интересное найти. Личинки природы, взрывчатка. Еще вот этих вот выпускают. Хорошее туловище с регенчиком. Ля, какой! Ну-ка покажи, что умеешь. Не умирай. Только не умирай, сказал я и попался в миллион всяких штук. Да убей ты в этот... Пирамиду, спасибо, а. 50 вражеских логов, хорошо. Скелет изучает. Так, надо еще делать юнитов, тоже исследователей боевых каких-то хороших. С боевых сейчас можно сделать миличного болотника с двумя деревцами. Дать ему две ноги гарпии, чтобы он еще в мили бил. О, туловище драконида. Нифига себе. Эфирия передвигается по воде. Плоть, дальний бой, магический, аура огня. Звучит отлично. Берем. Какую-нибудь мощную голову голем. Элементаль, вернее, земли. 1900 хп. Найс. Крупное окаменение после гибели остается его труп. Ну, такое. Костяные части тела. Мы костяных частей тела особо-то и не делаем. Ящер или болотную тварь ночью. Давай. По лаве он, наверное, ходить не умеет, да? Давай-ка лучше все-таки тебя здесь сейчас и в битву отправим, потому что... Сейчас эти слаймы ползут. Могу, пора ломать. Кстати, можно попробовать их на логово отправить.
кстати, тебя, например, рушить логово, и тебя рушить логово. Оба вроде бы сильные. Это сейчас, да, что-то окружают уже по чуть-чуть. Копить сразу двух сильных налогов. Думаешь, один с пирамидой не справится? Мне кажется, справится на изи. Тем более, вот это вот мы сейчас доломаем. За 400 и норм. Это кто такой? Йотун в броне. Божественный броня. Луч стального голема. Конструкт. Надо тоже отправить, наверное, на уничтожение вот так вот. Божественный йотун. Надо же наделать юнитов побольше. И бы вам ноги дать. Элементали земли. Оружие надо отталкиваться на самом деле. Что вот эти два хорошо за 345. Жесть. Но это будет очень сильный юнит, наверное. Херач. Четыреста пятнадцать у меня еще есть. Да, можно еще что-нибудь поделать. Пол титана юнит, да-да-да. Давайте дальше смотреть. Элементаль земли плюс... вот эту руку. Это тело. Эту голову. Нога йотуна. Нога робота. Какой безумец просто, что тут, посмотрите на него. Жесть, там рука гиганта, конечно, этого. Скелетов разведчиков по 10 маны нужно делать. Можно в теории. Накрафтить просто дешевеньких, ну, по 15 вот этих вот. У нас уже накопилось, да? Можно, помрут и хер с ними. Вот отсюда выпустим 3 штуки. Босс через 3 минуты выходит. Крылья гарпии с остальными перьями. Давайте еще одного разведчика гарпию сделаем. 60 скорость. Дадим ей вот это вот божественное. Тело какое-нибудь одно из самых крутых. Считаю, что вот это вот, которое выводок пиявок выпускает. Ну и для разведчика, конечно, обзор нужен. Остальную гарпию в диадеме. В империзм 25, кстати. Империзм 15. Фараон. Ну, фараон обзор 25, в империзм 20, кстати. Тоже неплохо, да. Еще и проклятие какое-то кастить будет. Мне кажется, я его вот сюда выпустил. Ну ладно, пускай. Так, базы все еще по 10 тысяч хп у вражеские есть. Так, у меня только титан базу обороняет. А он справится вообще? Честно говоря, уже не уверен, кто умер. Или что произошло. Скелет, видимо, умер обычный. Да, эти скелеты, которых мы разведчиками сделали, быстро померли там. Кто бы, блин, сомневался. А давай-ка уничтожай. Нормально. Слушайте,
Слушайте, да он соло вон уничтожает базу. Найс. Значит, и другие, которых я делал, тоже в соло. Это не самый сильный, это я вообще разведчика делал. Так-то. Гарпию. Логово выпустили, вот и понял. Что поделаешь. Повезло им, получается. Какие у меня вообще еще дома есть? Вот сюда вот можно еще повыпускать пару скелетиков, кста. Ты что, ты урона получил дофига? Дофига, не знаю. Отрегенишь, наверное. Тебе вообще нечего ломать, давай исследуй. Ты вообще иди возвращайся на базу, наверное. Ты тоже исследуй. И ты, видимо. А, ты его ломаешь. Соло сломает, окей. Найс. Голова стального голема. 16 рук. Так, нужно делать еще юнит. Давайте сделаем парочку защитников базы. Одного с вот такими вот броньками. Фараон, имба, вампир, катач. Да, походу, кстати. И ноги тебе какие-нибудь живучие, да, достаточно? Вот эти две, например. Все, будешь защитником базы. Раскидываться камнями в мобов. Базой. Открыть перезарядку заклинания на 30%, но каждое заклинание наносит башне урон равный 5 от максимальной прочности. Ха. Звучит имбово. Библиотеки метеора ломаю. Вот эти вот. Наверное, есть смысл, кстати. Я их вообще не трогаю. Так, с броней имеют больше брони. Берем. У меня вообще ничего не построено. Части получают. Да какие костяные? Кто вообще пользуется костяными частями тел? Плюс 2 к стоимости оживления и сжигания бронированных. Это хорошо или плохо? Жесть, они наисследовали там. Вот хп осталось себе. Сделаю фулового болотника, что ли. Не, подожди. Вообще... Ну, пускай будет. Просто я не полутал 400 хп от того, что 4 разных части. Вопрос, нужно ли тпшить еще кого-то против этого слайма. Сейчас. А, как больно! Да что ж так больно-то? Видимо, нужно кого-то тпшить на деф базы. Уязвимость. Давай, давай, добивай его уже. Ну, мы типа живы, но сейчас надо срочно дефендеров вернуть. Дева. Дева? Девелопера? Так, поехали. 6 магических частей тела. У нас такие вообще есть? А, ну, наверное. Чем дешевле, тем лучше, да?
Обе руки вот эти вот. Берез, этот кайф титана будет, да, наверное. Ну и ноги вот эти тоже. Ну, уже все, уже титан из плоти, уже не это, не бомжатских скелетов собираем. Так, еще пару кого-нибудь, типа, не знаю, давай-ка. Паровая пила, ближний бой. Давай-ка, раз ближний бой, это трупный. Ближний бой божественный, трупное окаменение, горн. Горн звучит отлично. Туловище. Вот это. Тут голова элементаря земли. Ботинки, нога оборотня. Так, еще больше. Выпускаем, выпускаем, юниты нужны. Рукофей строить. Ну, вот такого вот чела. Раона с ногами. Наверное, вот этой и вот этой. Еще 450 манны еще есть. Еще одного исследователя с головой фараона. У него такими ногами. Телом твоим. И что еще? Я надеюсь, я сейчас еще не умру, вот прям сейчас. И тут прибегают всякие. То есть меня сразу голема продамажили, сразу. Что-то тут каких-то мух дофига летит. Рецепт открывать тоже не забываем. Ну, по факту на самом деле. Обычного болотника бы собрать, да? Обычный болотник. Вот, полноценный сам себе болотник. Регенерация плюс 5 хп, плюс 200. Драконов копи, Сэлла Кемпова, мы это наше обсмотрело. И тут что-то какую-то дичь открыли. Ребята. И стреляются с ней. Мастера меча онлайн. Не магическое оружие, допустим. Самое, ну, там может быть уже одна из финальных, хрен его знает. Так, ну раз ты тут такой. Ну, дерись-то, блин. Да. Не знаю. Мне нужно отправлять на уничтожение лагерей. Здесь вот вместо исследований, да, давайте-ка тебе уничтожение лагерей, тебе уничтожение лагерей. Здесь что происходит? Здесь кто-то тоже гуляет, тебе уничтожение лагерей, не знаю. То сейчас на меня он сверху заходит уже жестко так-то. Глупый голем сзади ходит, должен танчить своим регеном. Ух ты, помирает-то как. Блин, помер. Опять не выпускаешь? А кого я не выпустил? Я не помню. Ля, какая фея. Впервые вижу. Это кто такой? Энд с дуплом, змея. Амфибия позволяет по воде ходить. Драконит тройной. Знаете, два ютуна.
Вот это и, наверное, вот это. Нет. Хочу вот это туловище. Безумное. Вампирку и все это, да, на дома ломать. Надо мало ломать, бля, они пока бегут, уже, блин, урон получают. Так, мне надо своими силами еще добавлять урон в эти, да, в домики лазерами, да? Например, тебя уничтожить. Скорее всего, кстати, не хватит. Уже откисал. Нога Энта. Энта, Йотуна. Где нормальное оружие вообще? Может, две стальные, стальных крыла гарпии? Вот это тело крутое всегда было. Одного еще фараона. Так, мне не все юниты все еще куплю, но мана заканчивается. Но мне, я думаю, я ману-то найду здесь, да? Мумия за счет вампирки. Тело вот этого. Пушка, о, пушка клевая. Дротик попробовать. Метальный дротик 80. Это его урон, да? И вот дальний бой физически. А еще он 14 стоит. Значит, наверное, довольно слабое оружие. И опять дредхангер. Ребят, дредхангер не очень часто будет. Часа хоть одну фею создать. Частей по 10-20 копий. Ну да, да, да. Я поэтому и говорю, что я поломал и... Правая пушка, блин. А, вот голем отлично подойдет под правую пушку и две каких-нибудь быстрых ноги. Может, элементали огня сделать, чтобы он мог по лаве передвигаться? Давай вот так. Хочу сделать одну фею, если есть такая возможность. А почему я всех их... Я их всех до этого здесь выпускал, что ли? А еще тут вот... А, ну... Еще вот здесь вот самое лучшее. А, ну да, все отлично. Они шли ровно куда надо. Так, хочу одну полноценную фею сделать. Просто чтобы была богомол-матка. Ну, надеюсь, феи понравятся в теле богомола-матки. Другого тела у меня нету. Не очень понравилось. Башню, где 17к дамажить. Да хрен, там их несколько. Походу, это все-таки не финальная может быть. Они сейчас сами до туда доберутся потихоньку. Думаю, что. Так, 4 защитника пока плюс-минус хватает вроде бы, да? Титаны. Нога найти часть ксеносталкера. Жесть какая. Нога иллитида. Так, мне бы вот отсюда как-нибудь пойти по лаве, да исследовать этот, да? Давайте-ка его и сделаем, да? Вот этого чела сейчас. Где-то вот на вот этом вот портале нам надо... Плюс-минус. Чтобы нога Ифрита была, чтобы он мог передвигаться по лаве. Нога Элитида с книгой кошмаров. Что? Ну давайте таким и сделаем ранжовеньким. Надеюсь, еще, блин, других сильных ранжовых пушек нет, как будто бы. Я лучше руку фараона бахну. 24. Дело. Придется прыгать на одной ноге, это долго. Ладно, ладно.
исследования. Какая безумная гарпия. Пошла по лаве, пошла. Блин, ну походу и правда пора ломать, помогать. Они сейчас сами, во-первых, туда идут, так что можно туда молнии бить. Они по дороге там это... Ломают логово, надеюсь, да? Блин, что-то враги прям добираются до башни. Надо больше защитников, не знаю. Не, они все равно пока добираются, они дерутся с мобами, как будто бы. Кто-то помер. Тройная голова драконида. Передвигаться по лаве. Это стальной голем, это элементаль земли. Разные, да, вещи? Давай пила и вот эта штука. Как же много болотников. Собери просто голема. Ну, кстати, да, ради этих репутаций можно бы. Еще здоровье к частям тела обязательно. Давай кости, ладно. Скелеты пускай собираются. Просто фул голема. Ай, блин. Выпустить, как всегда, забыл. 400 хп уже не так нужны. Ну, наверное. Тут непонятно на самом деле, как это будет работать. А, я не могу фул голема собрать. А кого еще из фуловых не собирал? Ну, гарпий полноценных я не делал ни разу. Есть причем обычная нога гарпия, а есть остальными. Но вот обычные почему-то не падают практически. И вряд ли это... Да, и вряд ли это будет нормальный гарпий. Значит, надо стальную гарпию собирать. А, стальных крыльев-то у меня нету. Как-то проблема. А, достигнуть максимальное количество. Блин, что-то какая-то ачивка вылезла, не успел прочитать. А, лагает. После этой катки, напомните, перезайти в игру. 500 золота за убийство босса, найденная реликвия. Как же он тут мансит, смотрите на него. Что-то мне подсказывает, что я не найду финальную базу здесь. И из-за этого... Играю хз. Тоже в эти дикие лаги были. Странно, конечно, странно, да? Так, вот они что-то ищут там, что-то нашли, что-то с чем-то дерутся, с каким-то гнездом, ну... Тут даже умер. И даже не гарпия.
Так, ребята, вам надо дальше исследовать, походу. А, ну вот он тут пытается как раз что-то найти, походу, да? Или убежал от вот этой локи, не знаю. Базовый скелет умер. Ну там, по-моему, не прям супер прям базовый. Не помню. Кто здесь гуляет? Ютун тут гуляет, да? Сейчас я соло здесь все уничтожу быстренько. Голем Ютун. Медленный, конечно, для того, чтобы сундуки, блин, собирать. Выпустил за 10 маны. Так, надо кого-то сделать, да? Может, уже драконов сделаем, а то уже времени не будет их сделать иначе. Руку голема. А вот тут крылья драконида появились. Так, подождите-ка. Голову драконида. Тело Илитида. Два крыла. Ноги вот эти. Все это на исследование вот из этой ТПшки, наверное. Лети! Лети, мой дракон! Отлично, то, что надо. Ну, типа так, Tower Defense. Голова и лети на сличинка и мозгоеда. Че, элементали земли могу сделать хотя бы? Может быть, вот голем есть. Голем раз, голем два. У меня, скорее всего, оружие големы. А, ну есть это... Блин, это тоже элементаль земли. Высох ужаса, крылья. Давай рецепты. Да я вот тоже думаю, смотрю на рецепты сейчас скорее. Фею. Феи все еще тела нету. Сейчас скоро и летит соберется таким образом, да? Вот, и раз и летит. Дальше в него... Две палки магические. Ноги одной не хватает. Летицкой. А, или... Да, подожди-ка. Оборотень, Сеносталкер, Драконит. Мне нужно летит. Гарпии. Ну вот появились базовые эти гарпии. Ой, стальные крылья гарпии появились. Сейчас одну базовую гарпию сделаю. Есть. Фильтры в ближайшем будущем. Так, фею все еще не могу, да, сделать. О, Уза Йотуна. У меня, по-моему, ни оружия нет, ничего, да, йотунских. Базовая гарпия с головой с диадемой тоже рецепт. Стальную гарпию, да, сейчас можешь сделать. Раз, два, потом тело стальной, две стальные крылышки и, скорее всего, стальная шапка. Есть. Открыть 25 секретных рецептов. Кайф. Рецепты же еще и тоже деньги приносят. Так что кайф.
Там, по-моему, полноценный дракон появился у меня. А, нет, одна нога дракона всего лишь. Робот? Робота по пушкам надо смотреть, по пушкам. Ифрит? Не, тела ифрита нету. Драконит пока не собирается, ноги не хватает одной. Я вот думаю, не слишком ли у меня много персонажей на дефе стоит. Но в то же время я вообще хз. Наверное, не слишком, не знаю. Короче, я очень надеюсь, что второй босс не ваншотнет мою базу. Потому что если ваншотнет, то плохо дело. Да не там ползают по краю карты и собирают. Отдельные рецепты. И все, и что еще, да? Нет, так, что-то появилось, ага. Драконит с наездником. Ну дай одну ногу, пожалуйста. Еще манны. Да, заходи 150 строений с ресурсами. Здесь вообще дофига. Надо рецепты открывать. Топоры посейвить, наверное. Наездникам только одиночная была, блин. Так, подожди, ты чё, хочешь, не хочешь? Ты, это ты, да? Давай ломай эту базу. Надо ломать, ломайте, давайте. Помер. Значит, у кого-то можно сделать. Синосталкер. Одна рука всего лишь. О, две руки ксеносталкера. У меня есть тело ксеносталкера. Есть тело элитида, блин. Стального робота бы сделать. Оружия для него не хватает. А вот же еще голем с стальной голем с пулеметом Гатлинга. То, что надо. Плюс паровая пила. Плюс тело, плюс голова. Гарпию уже выпусти. Сейчас. Плюс два вот этих вот штуки. Сейчас я посмотрю, может быть, они открыли новые телепорты, которые мне хорошо бы зайдут. Довольно интересный телепорт. Скорость плюс 30, броня, урон. С Гарпия, мы с вами идем драться. Ты тоже идешь драться. С этой башней. Тяжело разобраться во всех частях тел. Да, не очень просто. Еще... О! По-моему, у меня есть полный этот ледяной меч, горн, две ноги. Обычное тело. У меня нет головы Йотуна. Да блин. Ни разу я даже не видел, как она выглядит. Летит уже можно. Ксеносталкер. Две магии. Так, наверное, лучше не две одинаковые, а вот книжку в левую руку. Да, можно. Достигнуть максимальное количество. Блин, гарпии. Броня минус 100 цена оживления, регенерация плюс 5, скорость, урон. До босса.
голову Ютуна так и не нашли. Не нашли. Тело голема. Ну-ка, есть тело голема. Наверное, сейчас надо голема скрафтить. Раз. Два. Этот бронированный с тессарактом. Как же они не парятся насчет авторских прав просто. Еще кого-нибудь сюда крутого, да, надо. Что за... Чего мне на всегда сталкера не хватает? О, еще походу, да? Нент у меня есть? Нет. Энд с горящим факелом. 57 ног болотника, что он, да. Драконида, нога... Да ноги все еще одной не хватает для драконида полноценного. Сила сталкера. Уже тела нет. Сарак, так, название 4-5-мерного куба, и нельзя его залицензить. Как скажешь. Что-то у меня много голов драконит, давайте кого-нибудь сильного просто сделаем сейчас. Да, типа, крутая идея. Benny's Adventure Team Assemble! Тианрун, Тианрун, Тианрун. Тианрун, Тианрун. Спасибо, спасибо, Юки, вам спасибо. Спасибо большое. Бойцы-то все нормально. Они, блин, отбегают. Отбегать, правда, успевают. Ой, я до сих пор не сломал вот эту штуку. Циклопы и мумии. Циклопы и мумии, как же вовремя. Я так не хочу погребение орков последнего уровня делать. Это бесполезная тема. Ну, это 40, а я все еще не знаю, какую базу надо сломать, чтобы... Чтобы победить. Люби поспамить кто-нибудь для Юки. Люби поспамить. Что ты говорил? Энд? Энда нету. Вроде бы все еще. Это при том, что на базе все много милишников. Просто верни всех на базу и дефай. Кстати, можно, наверное. Я даже не знаю, может реально сейчас всех на базу вернуть. Часть загорит в лаве. Да не, я думаю, они оббегут своими... Пережить полчаса. Думаю, что они оббегут как-нибудь своими силами. Опа, базу-то, блин, ломают. Даже вот так просто, не зря возвращаю их. Кроме 3 ломаторов баз, да, вот их хочу тоже оставить. Ноги Энта есть. Из рук Энта, скорее всего, все еще только факел один. Блин, все еще нет ноги драконида. Бронированный ютун. По-моему, я могу сделать. Блин, не хватает еще одной ноги. Давайте прям всех вернуть. Этот голем будет миллион лет до базы идти. Вот дракон может быть, может быть. Так, ну и получается управляем титаном. Рука хозяина, в смысле? Что у меня... Что происходит? Она просто ударила по базе и убежала. Ну, что-то дамажит. Сейчас надо неуязвимость, наверное, кастануть сразу в нее. Когда она в следующий раз полетит в этого. Уязвимость. Может быть, тут сейчас всех наоборот на атаку, чтобы они шли с ней драться, а то они стоят нам на месте и ничего не делают.
Не вовремя, а мне кажется, вовремя нажал. Не знаю, не, ну они стреляют, типа, ну. Ставь некоторых на атаку врагов. Уязвимость. Я аж гигант помер, от чего не знаю. Дай титан откис. Еще мы нового соберем, чё, не проблема. Ресов просто миллион. Магические части тел. Они там под рукой помирают, короче, я понял. Уязвимость. Вроде что-то дефаем, кто-то умер. Кто умер, можно кого-то сделать. Бронированный ютун, блин, обычные только ноги есть. Ящерицу все еще не могу бахнуть. Голема полноценного. Может быть, рук голема не хватит. Огненного не делали, но тоже тело, по-моему, нет, если я не ошибаюсь. Взять циклопа ему дать. 12-й. Такой немножко странный голем получится. Рецепт отдаем. Как я сделал? Блин, нет, куда вы? Вон вниз надо. Бля, они, короче, не сбежали в ту сторону. Идите снизу драться. А, я, по-моему, я этого голема... А, это вообще другой. Дальний, кажется, руку давно. Так, поехали. Врубает, врубаем неуязвимость. Все еще без тела и фрита. Все еще без тела и фрита. Кто-то умер. Может, какой-то крутой рецепт? Прям вот, типа... Не. Просто взять и сделать рецепт. Ну, фараоны бахнуть. Умри от нее, получишь ачивку. Зачем мне ачивку? Мне надо выигрывать. Из глупости. Сам умри. Голова энта с гнездом ворона. Тело энта с дуплом змея. Блин, оружия все еще энтовского не хватает, да, наверное? Давайте одну двойную голову, одно туловище ютуна. Одну магическую вот эту штуку. Удачи на победу над боссом. Да я вроде почти выиграл. Вот такие вот ноги. В целом на базе и хоть выпустить. Еще одного, походу, могу кого-то создать. Может, реально просто скрафтить. Вот так вот. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун.
фигуру помню. Вообще молния нормально его продамажит. Открыть управляющий диск. С его помощью можно открыть портал управляющий диск. Ага. Выполнили сюжетную цель на этом диске. Она хоть где-то была написана. Желаете покинуть диск? Нет, мне надо фармить. Конечно же, мне надо фармить. В смысле? Ой. А, как лагает жестко. Найс фармлю, да. Под лагами. Какая дичь. Ну, памяти 4000 написано, жрет не очень много. Садя фэш-базу. Бей ты эту гарпию, это обычная, да? Правда, наверное, не нужна. Так, я все еще не сделал фейку. У меня все еще нет тела феи. Да, вроде как нету тела феи. Из оружия мне нужны руки Энка. Одна бронированная нога. О! Ну-ка, поехали. Бронированное тело Йотуна. Голова Йотуна. И ледяной меч, броня с молотом Тора и в левой руке тессаракт. Вот здесь на уничтожение этих... Блин, и серьезно, это не... И это даже не, пол, не рецепт. Стой, какой. $26,000 золота, кстати. Здесь еще надо что-то скрафтить. Вроде бы плюс нога какая. Дракон! Что говорите, с наездником только, только одиночная голова работает, да? Хочу тогда с наездником скрафтить. Жить. Наездник на драконе. Регенерация 750 хп. Обзор 10, урон 5. Че, где я его выпустил? Блин, я его на базе, что ли, выпустил? Стой какой, ну ладно. Ран, дракона собрали. Отзывы не радуют, говорят, мало контента. Это как DLC к первой части. Но игра стоит 200 рублей. Разве это такие большие проблемы? Типа, не знаю. А кто из вас быстрый? 187 скорости, 111 скорости, 88 скорости. Тебя давай тоже на исследование тогда. Вы вдвоем дефайтесь. Не особо быстрый вроде бы. Интересно, а у гиганта огромный обзор? 30? Почему 30? Он же высокий типа. Жаловаться на игру по цене шавухи. Вот реально. Мертвецы, собранные по секретным рецептам, получают 400 к максимальному здоровью. А, ну вот, понятно. Вот это вот надо вместо шапки брать теперь. Это будет еще круче, если собирать полноценные рецепты. Вместо этой головы, как она там была. Так, ксеносталкер. У нас появилось тело ксеносталкера. У нас есть и летит. Давайте еще и летит попробуем собрать. Летит с мозгом раба. А у меня нет ног или... Нет, у меня есть две. У меня и летит, да. Просто только в том, ну, наверное, вот обычный нужен, да? И просто есть с личинкой мозгоеда, но я думаю, нам нужен обычный. Это реально обычная гарпия.
Ага, и летит угнетатель. 100 здоровья. Дефать базу уже практически бессмысленно. Короче, тут какое-то море, и в него бы как-то лететь бы. Нужны летающие юниты. Он по болотам красиво плавает. Надо драконов типа делать. О! Еще две ноги дракона. А значит, что мы сейчас возьмем и сделаем полноценного трехголового. Выпустим его, короче, вот тут. Достигну места. С чем мы кого-нибудь уничтожим? Подожди. Медленного голема, но он клевый. Хороший был добряк драконит. Рецепт тела и голова дракона, крылья, ноги гарпий. Звучит страшно. Тело и голова дракона, крылья и ноги гарпий. Сейчас попробуем. Обычные крылья или стальные? И какие ноги? Остальные вроде. Этот робот очень крутой, но он такой медленный. А, ну, в принципе, главное, что он гуляет в нужном месте. В целом, неважно, что он медленный, он гуляет там, где надо. Этот полноценный болотник идет нафиг. Да, есть боевая виверна. 24 брони, нифига себе у нее статы на самом деле. Фармим золото, конечно. А как же мы фармим золото? Элементалик? О, ифрита можно наконец-то сделать. Найс. Шляпа генерала. Последний оставшийся мертвец получает 1000 к максимальному здоровью. Бонус действует пока, а мертвец один. Ну так, ой. Полноценный огненный элементаль не является рецептом. Это странно. Давайте металл. Да не, не на что. Не на что. Мне не так не нравится, что нельзя мышкой водить здесь. Ну вот кто же делает стратежку, в которой... По карте нельзя водить. Уже, блин, в 93-м, наверное, году можно было водить мышкой вот здесь вот по карте. И она передвигалась четко и плавно. Что это такое вообще? Защитников у меня немного. У меня два обычных воина, блин. Вообще нормальный план. Так я не вижу ни одну библиотеку. Как я их должен ломать? Где? Оптимизация? Ну вот на финальных стадиях очень плохо. Оптимизацией. 350 максимально здоровья мертвецам, выпущенных из порталов.
Вот этот шлем еще лучше, чем первый. Ну, типа, порталы, это же вот эти штуки, да? Какая разница, выпускай из порталов, да, норм. Плюс 350 кп. Просто в... Единственное, в начале. Вот та штука хороша в начале, которая 400 хп рандомно собрана. А почему и фрита нет, как такового нацеленного рецепта? Что у меня с оружием на М-то? Ничего, все еще две деревяшки, да, и все. Какой этот ваш оборотень? Рука оборотня. Туловище ксеносталкера. Голова ксеносталкера. Поехали, открываем. Полноценную. Две руки, две лапки. Две ноги. Есть. 500 хп, скорость 30, обзор, урон. Быстренький вроде бы. Ядрить, что происходит вообще? Видели, да, эту атаку? Жесть. 4 минуты. Может быть, пора возвращать всех на базу? А то проиграем. Ну так босс, да, если он ваншотнет, то вот этого я и не хочу сейчас. Ну, ты поизучай здесь, пофиг на тебя. Хорошо гуляешь, хорошо изучаешь. Изучай дальше. Лучше даже иди подерись с базой, которая там поблизости есть. Кажется, жаль, ускорение времени не сделали. Ютун с тотемом. Ютун в броне с тотемом. Может быть, элементалю телу элементаля огня нужно прицепить какую-нибудь голову этого. О, смотрите, тело оборотня. Снести 100 вражеских логов, хорошо. Вот головы оборотня. Циклопа тут чуть-чуть что-то тоже есть. Кстати, полноценного циклопа, по-моему, ни разу не делал. Самого обычного. Циклопа с дубиной и камнем, например. Здесь сразу же убить, потому что явно он будет он слабее, чем проходил за 4 часа. Вся карта за креслом открыта? Нет, не вся. Не знаю, могу тебе показать, сколько еще осталось. Не вся, не вся. Я делал обычных ютунов? Я не помню. Наверное, делал. А, нет, потому что у меня нет обычной головы ютуна. Давай циклопы сюда прикрепим. Ютун-дикарь. 3к хп, кстати, не так уж и слаб, судя по всему. Регенерации никакой, слепой капец, урона не очень много. Кого еще посочетать между собой? Что если сделать Элитида ксеносталкере? Нет, Гривер, этот артефакт... Ура, энд! Подождите-ка, так, мистер.
полноценный энд. Горящие ветви, взрывные желуди. Древний энд. 1000 хп, вампиризм тоже есть. Древний энд, кстати, выглядит сильно. И регенерация, немножко вампиризм, вообще всего по чуть-чуть. Слушайте, энд прям, видимо, жесткий. Двуголовый дракон гарпия такая себе. Вот это какая-то дичь. Что это такое? Зачем в паузе делаешь? Так время тянется. Не знаю. Так вышло. Есть еще драконы. Мы не делали дракона с двумя головами. О, у меня закончились эти манна. Драконит. Да, фронт сборной не так уж. Хотя там уже старенькие какие-то части тела. Самые крутые. Так, ну-ка обычного еще вот такого вот циклопа сделать. Не, такого нету. Убрать надо, собрать до головы нету, по-моему, да? Сейчас попробовать летида запихнуть в туловище ксеносталкера. Руками оборотня. Так нормально с ней осталось. Я создал какую-то безумную дичь. Смотрите на него, мне его жалко. Не я его скажу. Задолжаемся. И, по-моему, феи все еще нету, чисто тело. Орк в шкуре волка, кстати, по-моему, я не делал крутого орка-шамана, не уверен. Смотрите, не такой песе. Надо направить карту, открыть, кусок остался. Не, сейчас ждем пока, ждем и смотрим. Еще какой-нибудь рецептик еще бахнем. А здесь этого можно и из обычного, кстати, делать. Ля какие. Так, нужно направлять еще и на атаку в том числе. Теперь, когда боссы появились, надо, чтобы они сразу атаковали. Жиж нападает, да. Молнии в нее не дамажит. Кто бы сомневался. Так, жижа мгновенно померла. А вот от этого рипера смерти умирают мои эти нога дева. Окей. Умирают мои юниты. Надо создавать резко новых. Так, сейчас. Выпустить в атаку. Давайте, давайте, бейте его. О нет, он же сейчас ваншотнет базу.
Титана, конечно же, Титана. А почему я только туловище трачу? Молния уже все, уже нету. Ща что-нибудь накрафтим мощное. Вижу много болотников. Это очень сильная штука. Вулканическое пробуждение 216 урона. Смотрим. Также Баз получает по лицу. Почти убили босса. Убили босса. 0-0-0-0. Найден рецепт ксеноматери с ксенолезвием. Окей. А теперь мы... выпустить на защиту. Так, сейчас ноги гарпи поуничтожаю. Так, ну что ж, теперь отправляем. Ну как все умерли под конец, просто жесть. Карту открыть, да понятное дело, что карту открыть. Сейчас мы только разберемся с тем, чтобы они, в принципе, справлялись с чуваками. Через 10 минут еще босс. Ага. Так, какие у меня здесь есть порталы вообще? Мне кажется, ближайший портал где-то здесь, да? Хрен его знает. Блин, тут как будто нихера не... Вот портал. Что здесь, гарпий скрафчу или драконов? Исследование. Так, го по рецептам. Так нету рецептов, которые я могу скрафтить. Спросить все на вампирку. Ну вот я все еще ищу одного оборотня. Поэтому. И какие-то пососные. Чего?
С зажатым шифтом части тела распыляются сразу по 10. С зажатым шифтом? Ого, подумано. Ну, чтобы, конечно, оптимизацию продумали. Создать ману из 500 частей тела. Ничего не понятно. Спасибо, это полезно. Спасибо, спасибо. Блин, что-то ног нормальных не осталось. Здесь еще есть телепорты. Только лута еще, просто жесть. Так, мы вообще здесь живем, не? Пять-ка, может, следующий? Не, до конца смотрим, что дальше. Интересно же. Как дальше с базы отправить? Внизу вот здесь вот, наверное, отправить. Блин, как же хочется оборотня полноценного. Нет башки. Ой, странный, безумный летит. Змеюки у него. Сказал, почему ты в портал не сейчас новые... А, что? Пускай с базы, не смотрел, да, купаем. Предмет еще не стоит, не выбран. Предметы надо выбрать как пассивки после катки. Мы его только нашли. Это еще не работает. Поэтому смысла не было. Обычная варианта, кстати, есть. Но это у нас была древняя. Блин, ну столько частей тел оборотней. Неужели башки у волка нету? Ауф! Нету. Оружие, руки две есть, да. Каморг старьевщика. На месте гибели каждого этого остается своя часть тела. Собери мне что-нибудь крутое. Собери мне энта. Почему я на базе их выпускаю? Уже прошел игру, уже прошел вторую карту. Нормальная легенда, да, игруха веселая, потому что она на Majesty похожа. Сюда мне нужно опускать юнитов.
Остальные крылья гарпии медленнее, чем обычно. У них что-то нету. Что я их все слил случайно. Тем временем 4 минуты осталось до следующего босса, но я думаю, что следующего я уже не вытяну. Немного открыть осталось до... Вот я не успею уже, я... Давайте я вообще вот здесь вот сяду, чтобы вы видели карту реально. Это гораздо важнее, чем закрывать ее. Надо было раньше это сделать. Типа, чё здесь, закрываю пару юнитов и все. Надо было раньше до этого додуматься. 49 тысяч золота. До конца вернем. Да, я думаю, сейчас через 2 минуты начну возвращать юнитов всех. Голова пса, пожалуйста, пес. Что, чем можно заменить голову пса? Ящером? Есть элементаль земли, есть элементаль огня. Может быть... Сочетать как-то вместе можно. Уверен, что можно сделать орка-циклопа. Фею сделай. Тело феи наконец-то появилось. Ура! С дротиком и рукой. Или вы имели в виду фею, замени вот это. Ха! Фея заклинательница. Еще фея есть. Акцепто! Глава болотника похожа на мопса. Может прокатит как голова пса. Болотника на мопса, может быть. Так, всем пора возвращаться на дев-базы. Типа вампир только... Да нет, ну от вампиров здесь вообще ничего нет. О, это обычный Tower Base Defense. С этим... Не знаю, с комбинацией монстров. Нужен какой-то сильный монстр по-любому, но еще на дев-базу. Сильный, ну допустим, наездник на драконе с тремя головами, веткой этого энта, второй веткой энта, двумя драконьими штуками. Сюда еще мобы ходят, да? Как вы отсюда вообще идете? Кто здесь еще не сломал базу, а? Ну, признавайтесь. А ну вот. Здесь они не могут пройти, потому что вода, да? Вообще вражеский вас, откуда мне знать? Пойдем поуничтожаем тело, части тел, которые нам явно не пригодятся, чтобы потом босс пойдет. Чтобы магию делать. Чтобы юнитов создавать. У меня 5000 манны. Случайно оружки, блин. Ну ладно, оружки вон с трентов, кстати, руками можно драться. Они вполне неплохие. Блин, жаль, головы пса нет. Не ушел, да? Хочу на босса. Да слушайте, прошлый меня чуть не уничтожил. Не хочу, а гамбу. Значит, от этого вообще отъедем, наверное. А ты типа очень медленно пытаешься идти домой, да? Телепорт тебе.
Блин, ты, конечно, крут, но ты не дойдешь. И смотрим. То же самое, только еще какой-то голем появился. Что, может, и пройдем. Просто то же самое. Та же самая попуга. Ну, хз, может быть, голем типа жесткий. Много игра ресурсов дает, но это уже потому, что мы, типа, победили. Так, до этого не прям, чтобы много было. Блин. Все еще иди домой. Да блин, да не того, не так много. Давайте все вниз, все вниз. Слушай, ну голем получил какой-то урон от этого, от наших юнитов, не знаю. Мгновенно вообще юниты помирают. Ну класс. Боевые подвиги команчей в верховой езде. Что? Сейчас ксенолезвие, может быть, затащат как-то, я даже не знаю. Двадцать частей, чего? Тело чужих. У меня ноль. Подожди, а это не они? Понятно. Не защиту базы надо в атаку, типа, юзать. Ну что я здесь делаю-то? Десяток мумий. Да, у меня аж игра зависла, рецепты не прожимаются. Мгновенно померли, даже дойти не успели, да? Сдаю просто, что есть. Вот и, в принципе, закончилась наша эпопея. Да, без второго титана здесь не пробить вообще никак, потому что явно только титаны и умеют дамажить других боссов. Да. Типа, ну. GG, вы погибли. Ух, долгая же каточка получилась, долго. Да, тело у меня у титана очень пососное.